Всем привет! Сегодня хочу показать свои небольшие покупочки. Скоро Пасха, мы начали готовиться заранее. Купила вот такую корзинку. Но я думаю, ее все-таки придется доделать. Еще как бы не совсем она такая, какая мне нужна. Еще купила, значит, вот такой полотенчик. Ну, корзиночка, я думаю, все понимаете, зачем, да, и полотенчик тоже. А вот тут много недоделок, естественно, тоже все это поубираю. Вот. Далее, значит, вот такие формочки для выпекания кексов. Три таких вот побольше. Их в пакетике три штучки. Вот. И вот такие вот немножко поменьше. Взяла в количестве, как бы буду делать и себе, и Ольге. Близких у нас, которых с нами уже нет, достаточно много. Вот, еще взяла, значит, вот такие штучки. Цукаты буду в сам кулич добавлять. И вот такие штучки для украшения, посыпочки такие. Вот еще, значит, в большом количестве такая посыпка. Это я в Ашане брала. Вот такие вот сахарные яички. Тоже, я думаю, детям понравится. Не знаю, Пасху мы очень любим, как бы всегда много готовлю на этот праздник. Хочу приучить обязательно детей к нему. Так, и сейчас покажу краски. Ну, взяла вот такие красочки. Это у меня, значит, с прошлого года. Это чисто красный. Не знаю, наверное, на красную горку, возможно, оставлю. Очень мне понравился вот такой мрамор. Вот взяла в количестве, еще вот взяла немножко другого, да, цвета. Ну, в принципе, смысл тот же. Не знаю, не буду выпендриваться. Вот, сделаем так все. В общем, как правильнее сказать. Скромненько все, в общем, у нас будет. Так, еще взяла красители. Сейчас я эти уберу в сторону. Вот такие красители. Это уже пищевые. Взяла, значит, гелевые карандаши, да, вот такие красители. Ну, смысл, что здесь. Вот я покажу, да. И то же самое здесь. Вот, одно и то же, в принципе. Просто потратила лишних 60 рублей. Ну, ничего. Мы на Пасху красим рис. И обязательно красим пищевыми красителями, потому что его же кушают птички, да, клюют. Так что нужно заботиться о здоровье не только о своем, но и о другом. О животных. Так, еще взяли, значит, печеньки. И сейчас покажу, кучу конфет взяла. Ну вот, в таком количестве набрала разных конфет. Брала по акции, как бы возможностей таких великих нет. Но на Пасху приезжает много детей, в принципе, у нас своих немало. Но я думаю, дети будут рады. Ну вот как-то так. На этом я закончу свое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Будет интересно прочитать, а что уже успели купить вы или еще не покупали. Ну все, пока-пока.